там готовитесь, все, да? Да. Что, когда ждать-то? Ну, ну что? После 15 ноября приедет 4-й батальон. А, ну все, в атаку пойдем сразу, да? Да, там просто. Ты говоришь? Наш самый хуй солдат, наш самый хуй солдат, их сам пи там. А, понятно. Там такой сброд, это пи. Ну, здесь тоже, блядь, не самый лучший контингент давали, но сейчас растут, развиваются, блядь. Жизнь заставляет. Ну, первый, блядь, ладно. Месяц вообще тяжело с ними, а потом ничего, блядь, мозги включаются быстро. Понимали, что нельзя тупить. Пять человек их в прошлом время отправили к вам туда сразу. Да? Ну все, ждем, блядь. Вот это в районе пять человек отправили. Следующий партнер кошельку направит. Давайте, мы любим алкашей. Здесь все равно достать тяжело. Я сам алкаш привел всех как родных. Да. Саму жопу засуну, где там не то что водки, там воды куда идут они. Будут, как говорится, партизаны жить, блядь.